на канале Тайны Перепончатокрылых. И сегодня я вам расскажу про свой инновационный формикарий, который я назвал Квадро Плюс. Формикарий Квадро Плюс имеет максимальную приближенность к природным условиям. И первым, кто ее создал, это был я. Занял первое место в Олимпиаде созвездия. В интернете вы вряд ли где-нибудь найдете такой формикарий. Этот формикарий сделан наподобие формикария Ковчег. В нем имеется арена. Имеется вот такой вот квадрат, который ведет к самой земле, где уже муравьи могут копать свои ходы и рыть норы. Здесь я сейчас держу своих микродереваточцев. Они здесь уже нарыли достаточно ходы. В этот формикарий можно засыпать любой грунт для подходящего вида муравьев. Сейчас засыпал сюда торф и добавил немного песка. Этот формикарий увлажняется снизу. Сюда заливается вода и проникает в гипсовый блок. После этого от гипсового блока начинает увлажняться весь формикарий, как в природных условиях. Снизу, чем ниже муравей копает, тем более влажно становится, а вверху более сухо. Формикарий поступит в продажу тогда, когда на канале наберется много подписчиков. Тогда я его начну продавать. Вы были на канале Тайны Перепончатокрылых. Скоро выйдет видео про еще один инновационный формикарий под названием Лимон, и все они будут продаваться тогда, когда на канале наберется много подписчиков. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.